Утром самарцев на улице Старозагора встречают вычищенный до асфальта дорога и тротуар. За ее содержание ответственен тот же подрядчик, что и ремонтировал дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Таковы условия контракта трехлетнего жизненного цикла. Чтобы улицу Старозагора от Советской Армии до Ташкентской очистить от снега, дорожным службам требуется до 2 суток в зависимости от метеоусловий. Пока выпадают осадки, работы продолжаются циклично. Ежедневно здесь задействовано порядка 10 рабочих, 3 трактора со щеткой, 2 погрузчика и пескоразбрасывателя, переоборудованных под Бионорд, 4 грузовика и 3 комбинированных спецмашины. После комплексного ремонта улицы задач в плане уборки прибавилось. Прибавились карманы парковочные, прибавились дорожные ограждения противопешеходные. Прибавились пешпереходы с регулируемыми пешпереходы и светофорами в том числе. Вот. Что еще? Естественно, требуется больше фронт работ, требуется больше техники людей. Тротуары на Старозагор очищают от снега как механизированно, так и вручную. Для предотвращения обледенения посыпают бионордом. Качество работ контролируют ежедневно. В стесненных условиях, там, где техника пройти не может, тротуары убираются вручную. Также вручную убираются остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Такой цикл работ будет повторяться после каждого снегопада. Жители качеством работ довольны. Меня все устраивает. Главное, ходить можно, в принципе, вот так. И у меня во дворе, где я живу, тоже каждый день практически убираются. Поэтому, в принципе, я доволен. Тротуары чистенькие, в городе очень хорошо так. Работа кипит по всему городу. С начала недели в Самаре выпало 14 сантиметров снега. Из них 6,6 миллиметра за последние сутки. Нормальный снегопад для зимнего периода, для наших широт. Все дорожные службы работают на обеспечение проезда по дорогам города. Значит, непосредственно основной объем работ делается в ночь. К 7 утра, к началу движения транспорта людей на работу, уличная дорожная сеть уже готова к работе, то есть она и почищена, и обработана. Фактов обледенения как таковых у нас не зафиксировано. Для безопасности водителей и пешеходов прошедшей ночью городские улицы очищали от снега 227 единиц техники, днем около 180. Число рабочих увеличили до 260 человек. Израсходовали более 500 тонн антигололедных материалов, песчано-соляной смеси и бионорда. За сутки на полигоны вывезли 3200 тонн снега. Как отмечают специалисты, важно не только своевременность и качество выполнения работ, но и бережный, аккуратный подход к работе, чтобы элементы улично-дорожной сети служили горожанам как можно дольше. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, события.